Всем привет, меня зовут Максим, канал GG Family, продолжаем WWE 2020, у нас продолжается SummerSlam, и очередная защита титулов будет уже от Street Profits против Андраде и Анджело Гарза. Ну и, конечно же, с ними выходит, как всегда, Зелена Вега, которая будет нам мешать делать все, чтобы ее подопечные выиграли, а мы, собственно, за Street Profits будем стараться сделать все, что от нас зависит, и будем пытаться защитить свои титулы и победить этих нахалов, которые тут что-то возомнили из себя. Street Profits, как я их называю по-другому, Black Star Mafia. Ну, потому что вот второе, по-любому Тимати. По-любому, 100% Тимати. Прикольные парни, я надеюсь, что у нас получится за них красивый бой. Ну, пацаны вообще не парятся, выходят там, пьют, я не знаю, пивасик у них там в стакане или что. Самое главное, что он не проливает. Ну, окей, титул на кону. И давайте уже потихонечку начинать. There you see what it's all about. Tag team gold. Все, всем показали, пояса, все дела, вот эти. Давайте начинать, давайте, да. Okay, guys, here we go. The title is on the line. Which one of these superstars will walk out of here tonight as champion? Ну все, я думаю, им не жить. Ты сразу тоже пойдешь за компанию. Ау. Меняемся. Клоузлайн со спины, но это нечестно. Это что ты делаешь? Андраде. Ау. Так, это уже реверс, отлично. Ну, давайте потихонечку начинать уже избиение. Блин, ты уже встаешь. Ты. Ну ладно, я успел. Я успел. Хорош. The beauty of tag team competition is that he doesn't need to take the entire brunt of the opposition's attack. Though the thought of making a tag doesn't necessarily appear to be on his mind right now. Карусель! Блин, у меня уже самого сейчас голова закружится. Ау. Хорош. Сигнал уже есть, отлично.
Отлично, DDT-шечка. Ой, как красиво-то было. Как же это было красиво. Так, привет. Ты иди полежи. А командный финишер получится у нас сделать или нет? Да, да, получилось. Ой, хорош. Но завершать еще рано. Завершать еще рано. Совершенно рано. Так. Он рады второе дыхание, что ли? Очень-очень интересный прием. Хорош. Да блин. Это бомба. Не-не-не-не. Да, что ситуация вышла из-под контроля немножечко, но я думаю, мы сможем взять еще очень много хпшечки, в отличие от Андраде. Ну, посмотрим, на что способен Энджел Гарза. Отлично. Ауч, 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 ауч. Окей, реверс. Окей. Меня же не будет она бить. Достал. Нет, не достал, серьезно. Ты че? Вы видели? Зелина хотела там что-то сделать. Ушел. Да блин, очень долго делается. Я понял. Так, ну нужен реверс. Нужен реверс. Но, во-первых, надо сначала отбиться от этого всего. Так. А, было сейчас, кстати, страшно. Было сейчас, кстати, страшно. Да блин! Ну! Схвати, отлично. Было опасно сейчас очень. Так, ну давай еще раз попробуем командный финишер. В уголок. Да, не-не-не, не туда, не туда. Ты что? Не туда, не туда. Я же говорю, в уголок. Вот, отлично. Да, и он тоже проходит. Так, а финишер одинаковый, все, я понял. Так, это что, это я... Меня засосало в опасную трясину, так. Не, я... Он как-то с гранаты вылез, прикиньте. Так. А это опасненько, у него финишер все-таки. Все-таки же у него финишер. О! Ни хрена себе. Так, реверснул? Нет, не реверснул, да? Не реверснул. Хорош. Хорош, DDT-шечка. DDT-шечка прошла. Хорош. Ну и что мне с тобой делать?
Сразу добивать или нет? Или поиграться? Просто командная сменочка. Просто сменочка. Хорош. Сплэш. Так, это что это было? Я не знаю, на ком заканчивать, на Андраде или на Энджеле. Давайте сейчас попробуем опять командный финишер. И попробуем закончить. Посмотрим, поможет ли ему напарник. Только в угол бы попасть еще сначала. Ага. Кстати, можно было сделать даже так финишер. Ну ладно. Андраде так Андраде. Так. И финишер просрался, да? Все, танкуем, значит. Значит, танкуем. Не успел? Нет, не успел. Тихо. Осторожно. Хорош, живем. Да хорош. Все, сил нету совершенно. Но они нам очень нужны. Они нам очень нужны. Эти силенки, силочки. Да ну! А у меня нет риверса. Можно уползти. Надо уползти, надо уползти. Так, отлично. Хорош. Да, без разницы, с кем драться, на самом деле. Правда, у нас этот вырубил. Хорош. Отлично. DDT. И вот сейчас нам очень нужен наш напарник, но его нет. Его нет, так что ладно. Придется что-то самому придумывать. Так, а как у него? У него с канатов, да, делается? Да, у него с канатов делается. Ну, значит, пробуем. Пробуем в одного. Пробуем в одного. А, я так и знал. Я так и знал. Ай. Ай. Сейчас, кстати, опасно. Блин, не успел. На этой стороне вообще очень опасно находиться, потому что их тут трое сейчас будет. Да, и, конечно, Зелина. Зелинка сейчас полезет. Поднимите его там. Фух. Ну и чё? Успеет? Судья, подожди, не считай. Судья, говорю, не считай. Прости. Отлично. Отлично. Это сигна или нет? Нет, это не сигна. А, у меня же нету сигна. Что-то я так говорю. Не туда посмотрел. Не-не-не-не-не, не то. Совершенно не то.
Ну все, пацаны, держитесь. Пацаны, держитесь. Надо заканчивать этот бой, потому что и так очень уже долго идет. И в угол, пожалуйста, иди в угол. Нет, он в угол не идет. Судья, прости, ну что ты тут? Ты просто постоянно ходишь здесь. Да ну куда? Куда? Зачем? Montez Ford showing that lightning quickness. Things are playing out exactly how he envisioned. Back now inside the ring. Ладно, так дотащим. Так дотащим. Ну, конечно же, он так не дается. Кто бы сомневался. Ага. Так, ну все, риверсов у него нету. Сейчас, если мы удачно риверснем, то он... Весь наш, как говорится. Да? Командный финишер. Командный финишер, говорю. Эй! А у нас, блядь, из-за того, что Сигна. Из-за того, что Сигна накопилось, мы не можем командный финишер сделать. Ау! Фу, вот это да. Вот это да. Бедная голова у Энджела. Сил нету уже. Нету сил с ним бороться. Что с ним? Ну конечно. Ну конечно. Все, командный финишер, отлично. После него пробуем завершить, наверное. Хотя нет. Не завершаем. Не, не завершаем, не завершаем. Просто уматываем их в ноль. Так, блин, не реверснул, что просто интересно, почему он после Сигны не упал? Как не нажал? Как не нажал-то? Как не нажал-то? Что ты делаешь? Сейчас опасно. Чувак, помоги мне. Отлично, все, я сам справился. Я сам справился. Никуда. Блин, опасно. Что-то за... Не получилось, не получилось так. Надо жить, надо жить. Хорош. Сейчас все будет красиво. Да почему? Почему не получилось? Стой, стой, стой. Нет, нет, не туда, не туда. Ладно, все-таки, все-таки так заканчиваем. Еще заканчиваем. Судья, давай считай. Судья, считай, судья, считай. Нет. Даже так? Даже так? Ну все, значит, сейчас заканчиваем. Сил совершенно нет. Но они нам, в принципе, уже особо-то и не нужны. Надо сейчас закончить просто и все. Сплэшик. Давай, раз, два, три.
Отлично, отлично. Все замечательно у нас вышло. Есть. Ух. Streets Profits доказали, что они сильны, и они защитили свой пояс, свой титул командных чемпионов. Отлично. Да, да. Все еще командные чемпионы Raw. Streets Profits. Красавцы, молодцы. Отличный бой, ребятушки, получился. Надеюсь, что вам понравился. И вы поставите лайк на него. И, конечно же, подписывайтесь на канал, кто этого еще не сделал. Жмите колокольчик, пишите комментарии. Также вступайте в группу ВКонтакте. На этом пока все. До новых встреч. Пока-пока.